В этом видео мы рассмотрим вот такую смешную свинку со щетиной. Сделана свинка из латекса, внутри наполнена полиэстером, материалом, похожим на вату. При нажатии свинка издает интересные звуки пищания. Цвета свинок могут быть разными – розовый, оранжевый или серый. Поскольку игрушка латексная и маленькая, рекомендовать ее мы можем только щенкам или мелким собакам.